Доброго времени суток, уважаемый зритель! Я продолжаю тебя знакомить с проектом B-Stocks. И в этом видеообзоре я бы хотел познакомить тебя с медиум данного проекта. Для этого все просто. Надо нажать сюда, и вы перейдете на медиум. Давайте это сделаем. Вот мы перешли на медиум проекта. Как видите, не очень часто у них добавляются статьи. Примерно раз в неделю, и то всего их три. Больше статей нет. И меня заинтересовала вот эта статья, в которой показывается 7 отличительных преимуществ, почему же B-Stocks намного лучше остальных его компонентов. И давайте перейдем. Сначала рассказывается непосредственно нам о криптокурренсе Rush. Рассказывается, как же это хорошо и что B-Stocks действительно по праву может считаться лучшим из всех в данной отрасли. И далее объясняется почему. И первое — это полная прозрачность. Все сборы, взимаемые B-Stocks, XQ, суммы, механизмы расчета и условия будут опубликованы. Никаких скрытых платежей, никаких сюрпризов. Каждый пользователь будет знать заранее, сколько и за что ему придется платить. Но все мы это знаем, что с помощью блокчейна, с помощью непосредственно нашего смарт-контрактов и искусственного интеллекта, сейчас все стремятся к полной прозрачности, потому что это стало намного проще и людям так намного приятнее взаимодействовать непосредственно с каждым из проектов. Поэтому полная прозрачность — это обязательность в данный момент. Далее регулярная проверка. Команда B-Stocks не остановилась только на использовании блокчейн и политики прозрачных контрактов. Каждые 6 месяцев один из крупнейших аудиторских компаний в мире, KPMG, PWS, Ernst & Young, Deloitte, проведет аудит обмена и открыто опубликует отчет. То есть, видите, им настолько нечего скрывать, что они готовы пригласить компанию с какого-то другого места для того, чтобы они сделали абсолютно полную проверку. Настолько они уверены в себе. Далее это лицензирование. Из сегодняшней пятерки лидеров среди криптовалютных бирж только одна из них регулируется в соответствии с законодательством США. Остальные не регулируются вообще. B-Stocks будет проходить полный процесс лицензирования в нескольких юрисдикциях сразу. Клиентам придется проходить процедуры КУС и AML, но регуляторы обеспечат максимально возможную безопасность своих средств. Я считаю, что это действительно также очень хорошо, но не всегда. Иногда действительно требуется быстрый перевод средств, иногда не на всех есть абсолютно все криптовалюты, и ты хочешь сделать это быстро, потому что сам привык работать с другой. И если это будет та самая, на которой я буду работать постоянно, то я согласен, чтобы на ней пройти один раз курс. Это лично для меня не составит никаких проблем. Далее это частичная децентрализация. Децентрализация — это всегда хорошо, даже если это частично. Использование блокчейн, NEM и базы технологии Smart Asset позволяет B-Stocks сочетать лучшие функции децентрализованных и централизованных платформ криптовалютной торговли. Пользователи смогут совершать сделки без перевода средств на кошелек обмена или сохранения полного контроля над ним. Тем не менее, обмен не будет отставать от лучших централизованных платформ в скорости. B-Stocks справляется с 1 800 000 транзакциями в секунду. Доступная технологическая поддержка. Сейчас это также необходимо, и я считаю, что это, собственно, правильно. Далее это социальная торговля. Это уникальный механизм, который позволяет опытным трейдерам получать дополнительный доход, а новички смогут значительно повысить свою эффективность и извлечь уроки
у лучших. Об этом мы, конечно же, говорили. Ну и, конечно же, искусственный интеллект. Я о нем уже говорил с начала видеообзора, и вот мы дошли до него еще раз. В прошлых видеообзорах я также о нем говорил. Денни – это децентрализованная искусственная нейронная сетевая интеграция, внедренная в платформу BizTalks. На этом, собственно, кончается данная статья, и я бы хотел еще раз вам продемонстрировать Денни для того, чтобы вы вспомнили, может быть, если подзабыли, а если не забыли, то убедитесь, вот он, Денни, о нем действительно шел диалог, о нем рассказывается даже на сайте, поэтому вы с легкостью сможете вспомнить, просто перейдя сюда и изучив заново. Да, даже есть раздел с целой Денни, и вот он перекидывает как раз нас сюда. Поэтому переходите, изучайте, присоединяйтесь. Проект действительно достойный и проект действительно лучший в своей области. Поэтому милости прошу переходить по ссылочкам в описании, присоединяться. А я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.